Humans, ну что, готовы к истерикам и бурным эмоциям? Это последняя серия, посвященная именно клубным гонкам, и это будут чопперы. Тут уже на фоне смеется надо мной. Но я думаю, что это будет очень длинная серия. Может быть, даже очень сильно длинная, но куда деваться. Надо чопперы завершать, это самый тяжелый для меня вид гонок. Наряду, наверное, с Big Players. Ну, хотя, все разное было, если честно. Все по-разному. Дукати, например, в этом городе мне такими легкими уже не показались. Ну ладно, покидаем гараж. И сразу же влетаем в карьеру. Так. Так. Ну что, поехали? Слушайте, может, я, конечно, что-то не понимаю, но походу, по факту же, вот этот мотак, он как бы типа дефолтный. Может быть, надо бы лучше что-то прикупить более такое существенное и не жопить бабки, как говорится. Ну ладно, посмотрим, как у нас будет складываться все. Здрасте, здрасте. Расступитесь, пожалуйста. Мне нужно срочно принять участие в финальной битве. Всего и вся. Так, а, здесь всего две гонки. Воскрешение. Предложение. Мне кажется, мне будет сложно. Даже несмотря на наличие нитроускорителя, скажем так. Ох ты, боже мой, что это за маски садомаза какие-то. Полетел. Снегоуборочная машинка. Все, я лечу. Опа. Пацаны на нитрачах. Ух ты, просто пацы. Куда это? Че так резко-то? Вот они улетели. Может, иной раз меньше нас слушать дурачков, да, и ехать своей дорогой. Да, несет его сильно в сторону. Слушайте, ну я почти их догнал. Это почти, конечно, такое. Вилами по воде писанное, но... Ход неплохой набрали. Я даже третий. Das ist fantastisch. Че нам тут приготовили? А приготовили мне столкновение с местным суперфургончиком. Черт, я даже второй. С такой паршивой ездой. Тапа-тапа-тапа. Так и хочется сказать. Да бэ! Чего уж тут греха таить. Более-менее научился свои эмоции контролировать в этом плане. Да серьезно, что ли? Так, куда едем? Если бы пацанов если не упустить. Да. Нет, это байки тяжелые в управлении. Катастрофически. Че, серьезно, что ли? Че происходит вообще, друзья? Остановите планету, я сойду. Я выиграл. Чего? Посмотри на это дерьмо. Блин, я думал, что сейчас уже рестарт делал, стройплощадка. Еще это круг. Да правда. Я тут думал,
Ну ладно, еще две гонки, как бы рано говорить что-либо, какие-то выводы делать о сложности. Как-то тут более-менее, что ли, распределили по сложности. Но круг, похоже, типовой. Тихо, тихо. Нет, все-таки дайте мне Дукати. Вот на Дукати я с ними бы посоревновался. На этом нет. Не нравится. Не понял прикол в чем вообще, как бы, использование этих байков. Может, вы мне объясните? Ну, по-моему, это тупо. Да, это тот же самый круг. Абсолютно. Который был, по-моему, с маслкарами. Странно, гоночки повторяются, не может такого быть, да? Так, я специально притормозил. Так, здесь всего два круга. Так, ну что-то... Да, гадство какое же, а ну... Не знаешь, из какого угла выскочит эта... Гадюка длинная. Па-па-па-па-па. Это называется, никаких выводов сделано не было. Оу. Я еще и второй приехал. Это... О, чувак в майке Билайна. Даже, в принципе, при такой езде можно нормально здесь побеждать. Но этот автобус, хотел сказать, поезд. Наподлянил так наподлянил по полной. Выскакивает в момент ускорения, да? Тихо. Заболтало. Круг простой, до нельзя. Так. Черт побери. Сам себе создал проблемы. Что-то я не понял. Господи, что со мной происходит, друзья? Извините, пожалуйста, за потерю концентрации, но что есть, то есть. Мне кажется, мы уже здесь миллион гонок этих проехали. И уже немножко начинает крыша ехать. И... Да. Нет, надо заново начать. А, ну все понятно, потому что я не ту точку начинаю так проходить. То у меня уже совсем глюны в голове. Я уже начинаю вот эту вторую точку там вначале искать. Глюны, глюны, вы приятели мои. О, норм.
Но если его в занос отправить, то это очень жестко. Пошел, пошел. Ну, отрывается он хорошо от них, на удивление. Я думаю, сейчас будут опять какие-то проблемы. Даже с элементарным соперничеством. Не то, чтобы там про трафик говорить. Ой-ой. Что-то было максимально опасно. Куда ты поворачиваешь? Немножечко так, чуть-чуть зазеваешься и повело его, скажем так. Опять смотри, смотри. В той же гонке я чуть не проиграл, когда вот так вылетал. Ну, по-моему, это было на БЛРе. Это изи. Ты джинис, да, я гений просто. Так, ну и все, круг города, это финал. Это все, это финал всех финалов. По-моему, больше клубных гонок нет. Если нет, конечно, какой-нибудь финальной суперсерии. По-любому, наверное, что-то есть, потому что еще есть класс А. Три круга, охренеть! Хотя это тоже мне все знакомо уже. Тихо. Не борзей. Да тихо ты, тихо. Чё ты дергаешься, пацан? Да, это мы уже тоже проезжали, как мне кажется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что они творят? Сука, ну-ка, задел чем? Краешком, прям краешком. О боже. Что? Тут весь трафик, походу, встреченный ими. Замечательно. Круг понятен, как дважды два. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, что-то вообще прям отрыв какой-то бешеный. Прифигели, пацаны. Ну-ка дай жару. Как ты умеешь? Тебя, подлянчик-то, мы знаем. Так, уже третий. Неплохо. Чувак, ну что тебе надо, а? Вот прям сейчас? Сука. Да сука, ну везде где-нибудь ты зафейлишь. Помните, я... Во-во-во, да-да-да, вот я про это говорю, что она по скрипту пускается. Давай-давай, задень меня. Чё, план пошел? Как говорится, все пошло не по плану, да? Хорош. Надеюсь, поезд там ждал тебя. Ты успел на свою станцию. Ну, тут прямо они мне здесь на пятки наступают. Ай, несет-то как, а? Ты смотри, что делать.
Это типа, чтобы мне конкуренцию оказать? Тут здесь я торможу прям сильно. Гоняет. И сзади догоняет. Я и так на максимуме уже лечу. Да провались ты, уроды, два. Вот по краю надо было их пустить. Ты все здесь ждешь, а? Блин, ну тебе за терпение надо только медаль, наверное, дать. Хрена он ушел. Где вы были предыдущую гонку? Пожалуйста, скажите мне. Хоть один кто-нибудь достойно мне там мог противостоять? А здесь ты смотри, прям не угонишься. Да хрена с два. Да, следует признать, что тут как-то прям... Ржет там он, понимаешь ли. Да в смысле? Слышь ты, чертила. Да блин, да что же это такое за... Предательство. Не попал. Вот тут немножечко занесет, если тебя, ты тогда на трамплин выруливаешь. Нагоняют, вижу, вижу. Да ну провались ты, гад, а. А, я нитро на старте потратил. Видно. Опять тут этот стоит. Сторож. Прыгуны. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты смотри, что, а? Ты охреневший просто, тип поп, блин. Накачали его читами. Ну, посмотрим, посмотрим. Главное мне не облажаться. Ха-ха! И гиперчиты твои не помогли. Хотя он был близко. Очень близко. Фух, нет, это все-таки оказалось легче, чем я думал. Вы выиграли ход матч с Калли. Ну, мне уже, если честно, полицейский транспорт в гараже. Я не собираюсь использовать вообще абсолютно. Чопперы Скалли. Агент Скалли и Малдер. Ну,
Они все какие-то типа красивые, роскошные, блестящие. Ну нет, не все равно. Как бы больше уместно именно спортбайки такие вот. А-ля Дукати. Вот эта тема. Я не... Просто, наверное, я не байкер. И на этом следует и закончить дискуссию по этому поводу. Ну что, друзья? В принципе, все. Если мы посмотрим на карту, то никаких клубных гонок нет. Но это не означает, что соревнования заканчиваются. Нам еще есть к чему стремиться и куда. 326 тысяч 800 долларов мы накопили. Я думаю, что они нам пригодятся, но уже в следующих выпусках. На сегодня все. Благодарю всех за внимание. Традиционно подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Стандартные фразики в конце, да? Эх, банальщина. Ладно, друзья, давайте. Всем удачи и пока.